Всем добра, дорогие друзья, с вами я, Делал 10, и сегодня мы поиграем в такую игрушку под названием Baldi Bicycles, но вторая часть. Какой-то Baldi в лесу чисто. Ну что ж, давайте начинаем. Загрузка. Так, ну вот мы и заспавнились, собственно говоря. Так, наша старая добрая школа, я могу только ходить. Задемонверсия, угу. А что с той стороны? А, ну окей, здесь то же самое. Ну что ж, тогда погнали на улицу. Это вся школа. Ух ты! Какая красота! Где мы находимся? Вот это наша школа, получается. Какой красивый паровозик. Да. Так, ну что ж, получается, нужно за него теперь заходить, да? Загрузка. Так, я заспавнился в лесу, у меня тут каких-то 400 секунд. И мне нужно, я насколько понимаю, вот костер горит, нужно подкидывать. Пособирать бегать, да? И он считает там, типа, что? Дрова, то есть, в костер подкидывать, да? Нужно их собирать. Это ж сколько нужно? 10 дров насобирать? Ничего себе. А костер уже догорает. А я могу подкинуть? А ну-ка. Сейчас нужно хоть чуть-чуть загрузиться. Быстрее. А ну, я могу подкинуть? А где Baldi, кстати? Он куда-то пропал. Окей, я могу подкинуть? Вот, у меня есть здесь. А, я подкину, да. Все ж таки могу. И мне так, типа, нужно бегать туда-сюда подкидывать. Окей, давайте тогда. Вот еще одна. А, ну за деревом. Господи, я взять не могу. Ладно, не буду тратить время. Давайте быстрее собираем. Ну, короче, типа, нужно собирать и подкидывать туда. А Baldi, если оно догорит, насколько я понял, оно нападет. И так нужно подкидывать, и нам нужно продержаться 320 секунд, да? Выходит, да? Окей, сейчас я перезагружусь. Бег. Так, бег перезагружался. Так, я еще подкину. Получается. Давайте еще походим, где здесь есть. Лес, в принципе, довольно большой. Давайте побежим за теми. Блин, костер так горит. Не останавливается. Слишком быстро. Ну, блин, палки вроде здоровые. Прям как рука человека, ну реально. Как еще я в них их в себя вмещаю? Тут столько палок этих. Костер догорает, быстрее нужно бежать. Опа. Все, сейчас нужно быстрее перезагрузить бег. Так. Костер догорает, да. Все, побежали быстрее. И подкидываем. Это типа, я подкинул. Так, и где еще доски? Ну, досок уже мало остается. Еще нам 260 секунд, получается, продержаться, да? А доски, типа, не спавнятся, будут еще. А что это тут еще валяется? Какие-то, что это такое? А, это капканы? Не, в них я лучше не буду попадаться. Деревья, вот это, насколько я понимаю, вот это вот капканы стоят. Но, а что это? Еще может быть. Так, костер заканчивается. Нужно быстрее бежать. А давайте проверим, что в капкан, если мы попадем. Что будет? Так, быстрее перезагружаем бег. Костер догорает! Быстрее. Пожалуйста. Да, фух, я успел. А тут еще зарекла рамы какие-то есть. Блин, они все дальше спавнятся. Как специально. Мне еще 200 секунд продержаться. Ну, блин, довольно тяжело. А палок все меньше и меньше становится. И костер тоже горит, не останавливается, как видно. Давайте тогда быстрее. Палочки собирать. Так, давайте я вот здесь собрал, пойду подкину. Где, я смотрю, где еще палки? Вон там вот справа очень, ну, есть вроде. Далеко там. Далековато, но я сейчас туда побегу. Подкину, все. Давайте бег чуть-чуть быстрее. Все, побежали. Вот, две палки, три тут даже. Ну, блин, ну, как бы они очень далеко уже. И факт в том, то, что далеко за ними бегать. Костер за это время может догореть, мы можем просто не успеть. Ладно, за той палкой вряд ли уже успею. Бегу подкину и побегу вот туда, там еще справа вроде есть. Костер-то догорает, а еще 160 секунд получается. Это как? Выходит, что это такое? Нет! Блин, я не успел на последние... Ай, ну давайте еще раз попробуем. Так, я уже вот зашел, все, давайте, знаете как, давайте сначала, может, дальние палки как-то, типа, собирать. Давайте проверим, что если в капканчик упасть.
А как тебе? А 9 секунд. Ну, короче, 10 секунд нужно ждать. Угу. Окей. Ну, может, скип за рекламу, ну, типа реклама, ну не знаю. А костер-то уже догорает. Ну, короче, вообще как-то неудобно. Типа, я так могу побегать, чуть-чуть пробежусь. Неудобно очень в капкан попадаться. Неудобно очень то, что палки тут некоторые, они далеко, очень далеко. Вот, например, как вот эти вот. Давайте, знаете, какую тактику? Вот сначала вот начался раунд. Мы сначала с тобой пособираем дальние палки, чтобы потом было, ну, чуть-чуть хоть легче. Блин, костер уже добогорает, нужно все, к костру нужно бежать. Ай-яй-яй-яй-яй, костер уже. Так, нужно немножко подкопить энергию. Все, бежим быстрее. Хоть бы успеть. 3 дровяки, но, в принципе, этого достаточно будет. Так, окей. Все, прекрасно. Дальше бежать. А я-то не успею. Я энергию хотел подкопить, но все равно костер очень быстро идет. Так, окей. Собираем. Ну ладно, побегу уже к костру, наверное. К тем палкам далеко бежать. Так. Ну, в принципе, пока что вроде справляюсь, но все же. Как-то тяжеловато. 200-300 секунд еще. Вы что, издеваетесь на другой сейчас? Какие 300 секунд вышел? Какие нафиг 300 секунд? Ладно, побегу за теми сейчас палками. Все, бежим. Быстрее. Нужно сначала, как по мне, нужно сначала дальние палки пособирать, чтобы потом можно было ходить получше. Так, сейчас мы попробуем вот эти вот с тобой. А я не успею уже добежать. Нет, нужно бежать к костру, но я уже буду не успеть. Короче, побежал, все, к костру быстрее. Время-то идет, заканчивается время. Ай-яй-яй-яй. Костер вот-вот догорит. Ну, пожалуйста, набег, ну не подведи меня. Жалко, что здесь нет никаких типа энергетиков, например, чтобы можно было выпить и бежать быстро. Ну вот как вот мне сейчас дойти? Как мне сейчас дойти? Ну это нечестно. Уф, на последней секунде просто. Я в офиге. На последней секунде. Ладно, давайте за вот этими вот тремя побежим. На последней секунде я успел подкинуть, но там почти догорел. А что будет, если оно полностью сгорит, типа, и я все равно подкину? Я так смогу от балди, типа? Блин, капец. Не, ну балди, это ж типа математика. Он учитель математики. Ну при чем тут лес? Выживание, ну типа и палки. Да уж. Ладно, окей, все, побежали быстрее. Вон, я вижу, вон там вот очень много палок. За ними сейчас бегаю, я думаю. Так, окей. Бежим за вот этими палками. Тут прям очень много палок. 4, 5, 6, ого. Блин, ну они так далеко, ну ё-моё. А я не могу не успеть. Ладно, все, нужно уже бежать к костру, я думаю. Полагаюсь на то, что нужно уже к костру бежать. Все, бежим. Время-то заканчивается-то время. Уже. Я вижу. Все, подкопил энергию. Все, можно, в принципе, бежать. Быстрее. У меня 6 палок. Этого, в принципе, я думаю, хватит надолго. Опа. Да, хорошо. Все, сейчас за вот этими вот тремя, да, буду бежать. Ну, там же уже с других сторон нету. Все, насчет 3 бежу. Все, побежал. Энергия подкопилась. Быстрее. Она за этой спрятана. Ё-моё. Я только энергию зря тратил. Я просто нафиг над ней кручусь, верчусь, и все равно как-то не получил. Не знаю. Короче, я обыскал весь лес. Никаких тут больше паскалок нету. Я не смог тогда пройти. Меня все же таки споймал Балдич. Ну, короче, капканы, они замедляют, типа, на 10 секунд тебя. Их можно скипнуть за рекламу, но это не очень выгодно. Вот, пасхалок тут никаких вроде нет, я бегал по лесу. Карта, в принципе, ну, не очень такая большая, квадратненькая такая. Ну, прикольно сделано, прикольно. Вот, мне только интересно, куда балди вот пропадают, вот пара палок только что. За рекламу еще тут можно палки получать, но это не очень. Так, окей. Так, ну что ж, ребята, на этом мы будем, я думаю, уже заканчивать. Вот такое вот видео получилось, вторая часть. Ну, прикольно. Первая часть там, типа, математика, больше такое. А вот вторая часть тут вообще с математикой не связана. Просто по лесу бегаешь, палочки собираешь, там капканчики. Ну, прикольно. Вторая часть. Но мне, если честно, больше первая. Ну что ж, на этом я буду заканчивать. Подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии, ставьте лайки. И
Всем спасибо за просмотр. Всем пока. До скорого.